Всем привет, я продолжаю проходить Outlast Whistleblower, я выбрался из тюремного блока, сбежал от Криса Уокера, теперь я снова на улице, и туман, к счастью, исчез. Это просто замечательно, потому что так с ним хреново все было видно, а сейчас все отлично. Я могу забраться вот сюда и найти вот этот документик. Выше колен, ниже пупка. Нарезать и пришить на столе Глускина. Сделаю место и внутрь затолкну. Жених создаст себе жену. Выше колен, ниже пупка. Нарезать и пришить на столе Глускина. Сделаю место и внутрь затолкну. Жених создаст себе жену. Выше колен, ниже пупка. Нарезать и пришить на столе Глускина. Сделаю место и внутрь затолкну. Жених создаст себе жену. Выше колен, ниже пупка. Нарезать и пришить на столе Глускина. Сделаю место и внутрь затолкну. Жених создаст себе жену. Выше колен, ниже пупка. Нарезать и пришить на столе Глускина. Сделаю место и внутрь затолкну. Жених создаст себе жену. Выше колен, ниже пупка. Нарезать и пришить на столе Глускина. Сделаю место и внутрь затолкну. Жених создаст себе жену. Не знаю, зачем это столько раз. Ой, я тебя даже и не видел. Офигеть. Ха-ха. Тут всякие инструментики у него. Смешно тебе. Говно ты тупое. Ну. В смысле, я... Типа... Тупость тупая. Кто это тут нас болтает? Кто-то болтает. Эй, откройся. Я сказал, откройся. Что за бред? Так, поплаваем. Ой, как тут мило. Пиявки какие-то, червяки, блин. Электричество, значит. А тут что происходит у нас? О, какой он. Посмотрел такой главный на меня. И пошел дальше вообще, охреневший. Где-то я его видел. Это лицо где-то уже видел. Так, где тут у нас документик находится? Он прямо вот здесь. Блин, я тупой вообще. Убей нас. Сожги здание. Здесь находиться хуже, чем умереть. Убей нас. Убей нас! Угу. Да, тут электричество, поэтому, следовательно, я не могу туда пройти, потому что я... Ну, электричество меня током ударит. Поэтому я должен идти куда-то в другое место, искать... Где бы я мог это электричество отключить? Этот что-то делает? Что-то творится наверху очень странное. Ну ладно, надо отключить электричество. О. Понятно, этот все еще тут занимается своими личными делами, не будем его беспокоить. Идем обратно. О, электричества нет. Ой, оно снова появилось, и кто-то засмеялся. Электроэнергия все еще есть. Электричество. Мне нужно подумать, Лиза. Я думал, что электричество — это доказательство того, что что-то... Какая-то человеческая сила все еще контролирует небольшую часть лечебницы Маунт Мэссив. Но никакое человечное или
Здравомыслящее создание не может делать здесь ничего, кроме как выживать, и то не очень долго. Ты всегда была самой разумной, Лиза. Ты бы сказала успокоиться, взглянуть на всю картину целиком. Сумасшествие и бесчеловечность управляют в этом месте. Чтобы не контролировало электричество, оно пытается заманить меня в ловушку. Может, стоит его выключить? Стоит выключить? Ну, тут на самом деле в английской версии понять. Тут, типа, наверное, стоит его выключить еще раз? То есть, типа, что он его уже выключил, а тут оно снова включилось. То есть, надо еще раз его выключить. И все будет норм. Ну, конечно, не очень клево, что надо тут так туда-сюда бегать. Хотя бы недалеко. Уже хорошо. А этот человек исчез куда-то. А вот он где. Так тихонечко, да, дверь закрываешь. А он умеет их открывать. Он не такой, как все психи. Он умеет двери открывать именно, а не выламывать. Где он? Вот он. Хоть музыка и прекратилась, он все еще за мной бежит. Да. А вот здесь вот уже не будет за мной бежать. Так, тут есть что-нибудь? Нет. Вот сюда можем побежать. Валя Ридер тут развлекается. Так, тут обычная дверь, которая ведет дальше. А, да, это мы в здании были. Так, теперь мы тут какая-то башня вообще огромная, тут вода немного. Да, что-то тут в воду спрыгнуло, непонятно что. Поэтому мы из нее выбираемся и идем дальше. Так, тут в этой зоне ничего вроде вообще нет, да? Мертвый коп очередной. Ага, отсюда я зашел. Знаешь, мне надо. О! Еще один. Мертвый. Значит, надо идти. Ай, вот сюда вот. Пролезать. Вот так вот. В этом месте мне почему-то не дали одну из заметок. И я как-то даже это почему-то и не заметил даже, так что. Вот она. Это было бы очень легко. Я в это больше не верю. Раскрыть правду. А нет правды, только ложь, которую мы прожевывали слишком долго, чтобы теперь повернуть обратно. Это наши дети, Лиза. Я бы выбрал легкий путь наружу, если бы это было не для мальчиков. Проклинаю это место. Я вынесу все, что угодно, чтобы выбраться отсюда. Как же забавно, что я все это знаю уже. Мне это не пугает. Теперь надо забраться на самый верх. На самый-самый-самый-самый верх. О, отлично. Паркурчик. Понятно. Лестница. Ау, как ты так не попал вообще? Так, надо бежать тут. Все. И выпрыгнуть вот сюда, потому что. Вот тут труп какой-то, опять же. Охранникский. А мне надо бежать вот сюда. И вот прыгнуть вот так вот. Ох, слишком ты жирный, походу. Ау. Да, вот так вот. Ну а тем временем это подошло к концу, эта часть, поэтому всем спасибо за просмотр и всем пока, до следующей серии. Когда он сейчас встанет, да.